Так, короче, я закончил. Вот, смотрите. Вот. Как ее сфокусировать, я, конечно, не знаю. Вот тут вот, вот идет как трубочка, и вот это конусом я вот так края обточил внутренние, чтобы не терлась. Вот рубашка. Вот. Вот он упор. То есть вообще никуда он не проходит. Он просто упирается. Там упор на месте. Полный упор на месте. Ничего никуда не выйдет. Также тут. Вот есть другая часть рубашки с металлическим концевиком. Также. Вот. Если надо будет, вот он. Упор на месте. Также тут. Вот она стоит. Целиком в этих упорах. Дубовая стала. Также упор на месте. И тут, естественно, сейчас это все подсоединим. Тут, естественно, тоже так же. Пластмассовый упор. И тут у меня гидролиния так идет. Короче, на месте вот тоже. Если понадобится, можно будет переставить обратно. Вот тут вот обточил вот так еще, как вот так получается, по конусам. Конусом, чтобы не драло ничего. Внутри тоже, а там иначе не обточишь, оно заходит дальше просто надфиль. Ну, собственно, дело сделано. Дело сделано. Рубашка, вот она, целая рубашка. Вот, посмотрите. Там трусик торчит. Раз. Вот она проходит. Свободно ходит довольно. Ну, не прям там, она не болтается. Ходит свободно. Дальше. Сюда. Сейчас. Вот. А тут, кстати, потуже она у меня ходит чуть-чуть. Ну, в принципе, тоже нормально. Ходит. Это она просто согнулась, неудобно. Сейчас сверху воткнуть. Сейчас я размотаю чуть-чуть. Вот сверху. Тут потуже, в принципе, на самом-то деле. Ну, тоже ходит свободно довольно. Нормально. Целиком. Но меня устраивает такой вариант. Не хочу, чтобы она болталась и гремела. И меньше ездить. Елозить меньше будет. Короче, вот так. Ну, вот последний. Блять, отъебись. Вот последний. Все. Сейчас можно вернуть всю вот эту бодягу, как есть. Вот смотрите, сейчас даже я так и сделаю. Вот тут воткнем, вот тут. Раз. Дальше тут. Два. Есть. Раз. Так. Так. Вот так. И вот так. Блять, а тут вот тяжеловато уже. В конце натягивать надо. Давай, скотина. Есть. Пожалуйста. Неудобно и телефон держать, конечно, и педали крутить, и всю эту хуйню. Попробую как-то фиксануть эту хуйню. Ну, короче, вот, на самый большой. Делаем щелчок. На следующий щелчок, на следующий, короче, вот так, нет, два щелчка.